Музыка военных мест. Детская филармония решила отметить 70-летие Победы креативным проектом. Юные музыканты записывают произведения в зданиях, где в Великую Отечественную работали госпитали, производили лекарства и хранили культурные ценности. Иногда приходится играть буквально на развалинах. Оркестр уже записал знаменитую арию Бибергана в заброшенной больнице, где в войну была самая крупная на Урале станция переливания крови. И в музее ИЗО. Там хранили сокровища Эрмитажа. Впереди съемки в Горном университете и военном госпитале. Этим проектом юные музыканты хотят напомнить, что в годы Великой Отечественной Свердловск был не только кузницей оружия, но и самой крупной госпитальной базой тыла. Здесь лечили солдат, производили медикаменты, работали эвакуированные заводы и хранились уникальные культурные ценности. Все выступления юных музыкантов снимают на видео. В результате будут смонтированы 4 ролика, в которых музыка перемежается с уникальной информацией. Сам проект можно будет увидеть в апреле этого года в эфире областного телевидения.